Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. У нас обновление, давай читать. Так, жетоны приключений. Собирайте жетоны приключений из сундуков приключений. Открывайте новые трассы с жетонами приключений. Ага, это вот все, что они добавили, да, получается. Новые задания. Так, сделай 5 поворотов. На супербайке это можно, в принципе, поменять. Трасса Билла. Так, у нас тут 16 тысяч кубков сегодня будем брать. По крайней мере, пытаться. Подключение к чату опять отсутствует. Давай откроем сундук. Управление в воздухе. А я знаю, почему, ребята, отсутствует. Потому что опять... Но... О, 20-й день. Заберу сундук. Защитная арматура, усиленная турбо, топливный ускоритель. Результаты мне не дадут, да? Потому что надо отключиться от VPN-а почему-то, ребят. Не знаю. Здесь все наоборот работает. Ну ладно, придется отключиться, фиг ли. У нас потому что тут ни чат недоступен, ничего. Так, ну что, друзья мои, чат появился. Угу. Результаты, пожалуйста, покажите. Команда победила. Pair of Nick, дикий стояк. Ну как же без стояка, ё-моё, опять второе место он занимает. Ты посмотри, а? Ты посмотри на этот дикий стояк. Жарит всех, ё-моё. Ну как жарит всех? По крайней мере, у него стабильно второе место. Так, управление в воздухе, колесный ускоритель. Так, готово. Далее. Далее, далее, далее. Все, да, получается. Ну что, ребята, я попробую сегодня 16 тысяч кубков взять все-таки. С жетонами я что-то совсем... Так, новый костюм водителя, шлем аллигатора получил я. Хо-хо-хо. Так, что у нас тут пишут? Hi, guys. Привет, привет, привет. В приключениях за звание стали монеты давать. А как мне прошлое забрать? Вот не знаю, ребята, самому интересно. Пока еще не понял, за что мы будем получать монеты. Ну, видимо, со временем поймем, куда нам их нужно тратить. Так, ну а пока я поехал. Трасса Билла. Надо будет поменять нам водителя, это однозначно. По крайней мере, вид. Вид надо будет поменять. Ну, давай возьмем что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Возьмем этого, например, да. Наденем ему шапку аллигатора. Что у нас тут еще новое? А, ну да, у нас же ноги Мэки есть. Ну, пускай будет вот так вот выглядеть. Хотел я, наверное, проехать эту трассу вот на этой тачке. Попробуем, ребят. Горячий асфальт. Ну, конечно же тут как, лихача надо воткнуть же. Бамс. Давай, 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 рви копыта. Не зря я тебе там колеса же прокачивал. Есть. Друзья, ну первая гонка довольно шикарно. Даже лихача обогнали. Фух, карусель. Кто успел, тот присель. Так, а тут, кстати, не я один такой, да? Ушлый нашелся. Давай, 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 родной. Они уже сзади, да? А почему буст-то не сработал? Эй! Фью! Я же взял этот, блин, топливо, короче, взял. Почему не сработал у меня? Интересно, девки пляшут. Вот так вот он должен был сигануть в тот раз. А там он там пшик какой-то сделал, да и все. Эх, горючку не успел. Не надо, не надо, не надо, он ускоряется, ребята. Я не знаю, что он там взял. А, у него монетный ускоритель еще. Фью. Прикинь, лихача сделал. Хе-хей. Кстати, музыка такая рождественская появилась тут. Угу. Нагорный кубок. Нагорный кубок. Фига у меня на лихаче такие колеса стоят.
Ну что, на горный кубок я, наверное, буду ехать на своем раллийном авто. Смотри-ка, как получилось так крутенько. А, друзья мои? Ух! Замечательно. Все там провалились, а я, как ты видишь, шпарю. Здесь аккуратно, 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 аккуратно. Первое место. Две гонки. Одну мы уже выиграли. Дело за малым. Дело за малым, а именно выиграть еще одну гонку. Конкуренция. Давай, 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 давай. Ты посмотри, 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 что баги там, а? Ушлый захотел меня обогнать. Ничегошеньки у него не получилось. Так, дай-ка посмотрю, что у нас тут выпадет. Магнит, ускоритель дым. А где жетоны-то? Я не могу понять. Поехали, я здесь тоже, ребят, на ролике на газону. Хотя здесь бы, наверное, очень бы неплохо подошел. Ой-ой-ой-ой, байк. Да, байк бы здесь, наверное, неплохо подошел бы. Ну, ты видел, как я на байке катаюсь. Как курица лапой. Видишь, мне приходится заезжать, а он просто элементарно перепрыгивает. А мне приходится постоянно, ребята, маневрировать, постоянно нажимать на кнопку тормоза, чтобы не переборщить. Ну давай ты, господи. Давай в воду заныривай со всей дури. И выныривай тут вот. Так же заныривай. Не успел. Не успел его, ребята, в воздухе обогнать его. Ну, в любом случае, уже второе место нам обеспечено. Это понятное дело. Второе местечко. Ну, все-таки не последнее. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, тут, видимо, кто-то знал, да? Прикол. Что у меня там получается? 4 очка? Ну да. Второе место. Грустное второе место. Ну что, забытое шоссе, говорят. Забытое шоссе. Поехали. Ауч! Ну что ж ты с кнопкой старта-то, Рэйчик? Ну ладно. Нифига, смотри, 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 что тягач делает. Ух. Да ты запарил, тягач. Иди от меня подальше куда-нибудь. Летает тут, как не знаю кто. Я бы в любом случае до туда и бы не допрыгнул бы. А что, у нас одна гонка, что ли, здесь? Ух, я думал, сейчас перевернется. Да, ребят, тут была всего лишь одна гонка. И отлично, я ее проехал. Ну-ка. Тин-тин-тин. Ну, могли бы в честь Нового года какие-нибудь нормальные подарки, в конце концов, в ящики-то воткнуть. Зачем жмотничать-то, я не понимаю. Могли бы раз в году-то, блин, каком-нибудь улучшенный дроп сделать. Согласитесь, друзья, да? Вот тебе улучшенный дроп. Получил, Рэй? Получил? Дроп захотел. Отдыхаю, как говорится, каком кверху, блин. Дроп он захотел, блин. Вот тебе весь дроп. Так нелепо на самом деле получилось все это. Вот как вот и сейчас все это нелепо смотрится, друзья. Давай вниз. Оптималочка, оптималочка идет. Ну почему так происходит-то? Че он за счет крыльев своих, что ли? Несчастных, блин. Не, все нормально.
перевернулся. Так ему и надо. Так, мне, я почему переживаю, ребят? Хочу первое место занять, естественно. Ты же видел, первый поединок у меня, первый, то есть первый заезд мой получился хуже не придумаешь. Ауч! Ну и все. Все, друзья. Ничего хорошего из этого не выйдет. Приеду каким третьим. Даже если третьим. Оу. Может быть, второе место я и получу. Да, ребят, по-моему, второе место у меня. Но это лучше, чем последнее, согласись. Так, зимний кубок. На зимнем кубке мы должны, ребят, здесь, ну, дать дрозда, потому что у меня колеса. Плюс резко так стартанул. Да что ты? Он что, вот специально начинает у меня тачка вот кривляться. Я вот этого не могу никак понять. Что за подколы такие, а? Хе-хей. Нормально. Нормально, ребята, здесь прокрутили мы. Этот дрещеныш даже не смог на своем форсаже нас обогнать. Вот будь у меня тут крылья, я бы хорошо бы полетел бы. Давай, отлично. Сейчас какой-нибудь подкол будет, да? Ну, конечно же. Надо было... Вот откуда этот хмырь взялся, ребят? Вот откуда он взялся? Как вот он мог опередить, если у него ничего нету, никакого обвеса не висит? А? Я вот этого не понимаю. Так, еще давай тачку свою переверни. Вон как тот хмырь. Да ладно, он еще взял в воздухе и перегруппировался. Ну, а я первый. А я первый. Слушай, шикарно проехал. Сам даже не ожидал. Сам даже от себя не ожидал. Так, берем сундук. Так, крылья, колесный ускоритель. Здесь у нас защитная арматура и стартовый ускоритель. 192 тысячи монет. Можно мне, пожалуйста, прокачать? Давай глянем, могу ли я тут что-нибудь прокачать. По-моему, нет. По-моему, нет. Хорошо, а если... Ох, нифига тут металлолома надо. Да. Подожди, а что там сделал-то? Это же стояло? Нет, не это. Или это? Какая у меня модификация-то стояла? По-моему, это. Да, это стояло. Так, подожди секундочку. Раз эту тачку... А, мы же еще с тобой вот это не докачали. Ё-моё. Надо докачивать. Потихонечку будем докачивать нашего лихача, потом будем на нем наяривать. Так, ну что, а сейчас у нас пещеры в пустыне. Погнали. Ага. Постоянно вот приходится, ребят, нажимать на кнопочку тормоза. Чтоб машина просто не перевернулась, в конце концов. Потому что у нее передок офигеть как заносит. Смотри, 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 смотри. Турк. Канадец какой-то вылез тут. Блин, я горючий не успел подобрать. Ауч. Да, 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 да. Как всегда, ребят. Еще давай, еще и Анвард этот выиграл меня. Ё-моё. Упал среди этих кактусов, блин. Ну как так-то, блин, ну... Старт-то надо было нормально делать. Что это за старт такой, а? Попробуем. Попробуем, 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 друзья мои. Юху! Нормально. Вот сейчас было великолепно сделано. Обставил я его. Ну... Так, 12 деталей, и это у нас ускоритель фляг идет. Так, магнит, старт, ускоритель. А что, команда спит у меня, что ли, я не могу понять?
Наверное, либо спят, либо в школе. Время-то сколько? 12 часов. О, Билл проснулся. Билл проснулся. Так, ладушки. Ну, что тут осталось? Совсем немножко. Кубок Штормрайдера. Сколько там? Две гонки, по-моему, да? Так, если мне память не изменяет... А, нет, не тот. А, тот! Да чтоб тебя. Ребят, с этим мужиком надо будет еще побороться. Посмотрим. Мы практически одинаковы. Что-то его там куда-то... Блин, он в воздухе. Пока я там кривлялся, он мне в воздухе, ребят, подрезал. Ладно. Пипец. Опять я с этим продинамился, ребят. С идеальным стартом. Куда ты, Рэй, поехал? Ну, ты, что ты делаешь-то? Твою-то налево, а? Ну и что, по ходу дела последними, да, едем? Потихоньку. Так, вот это вот только Goldfisher. Ну, он опять выиграл. Опять второе место взял. Точнее, первое. Ну, давай попробуем здесь. Опять. Да и трен, матрен. Да что такое-то, блин, с нажатием кнопки-то на идеальный старт. Ну как так-то? Давай этого Кевина попробуем обогнать как-нибудь. Ага. Попробуй тут его обогнать. Он не хочет сдаваться. Куда тебя черти-то несут? Вот из-за того, что, ребята, меня вниз подкинуло, я просто потерял скорости. Но, тем не менее, первое место взял. Так, открываем сундук. Крылья, ускоритель, дым. Да. В следующий раз буду писать нет. Сейчас начнет что-нибудь написывать. В конце посмотрим. Так. Ну вот этот вот подлет, ну вообще, ну ни к селу, ни к городу. Офигенный, ребят, подлет. Фига мы там. Вот скажи, вот это вот что сейчас было? Это было, называется, обделался по полной программе. Так хорошо летел и на тебе, обделался. А что, у нас и одна еще гонка, да? Походу дела, да, еще и одна гонка здесь. Ну что, третье место? Да, второе, ребят, второе место заняли мы. И грустный стоит, ё-моё. Болотистый кубок. Болотистый кубок. Давай попробуем проехать на лихаче. Ну, вот любая преграда для него, это, конечно, прям, я не знаю, катастрофа какая-то. Нормально, сделал. Как развалюшка приехал, но все-таки победили. У-у-у! Красавчик, ядрен-матрен. Ты видал как? Давно я таких трюков не делал. Третьим. Так, ну пока я иду на втором месте, ребят. Пока. У меня такое место не устраивает. Блин, хотел же отжать.
Успеваю я вроде бы, да? Отжимать кнопочку. Так что все нормуль. Да? Получается, у меня 7 баллов, а остальные ребят проигрывают. Так что я первое место занимаю. Ох ты! Смотри, какой сундук дали. Открываем, конечно же. О, да, друзья мои. Ну что, смотрите, мы нашли новую физиономию клоуна. У нас, по-моему, полностью собран комплект клоунады. Рэй, а видео-то когда выйдет, которое ты снимал? А, еще первое видео, да, ребят, я еще не выложил. Сегодня... Так, сегодня... Все выложу. Я же говорю, ребят, болею. Болею, работаю, блин. Работаю и болею. Я прихожу просто с работы, без сил. Весь как выжатый лимон, ложусь спать вместо... Раньше я приходил, хоть одну серию какую-то там снимал или что-то успел выкладывать. Сейчас нет сил вообще на это. Поэтому вот на коротыше, на сегодняшнем выходном, попробую выложить все, что у меня там скопилось уже. Там даже черепашки еще не выложены, которые у меня перед окончанием недели серия. Я уже сегодня буст снял. Вместо понедельника на вторник. А у меня еще та серия не выложена. Предыдущая, так скажем. Так, ну что, здесь нормуль. Здесь вообще очень хорошо бустанул. Я вижу, там супер этот... суперкар. Прям настигает, ребят. Прям вот ловит, хочет поймать. Но видишь, ничего у него не вышло. И слава богу, первым приехали. И последняя гонка. Последняя гоночка сейчас у нас будет. Ауч, я не хотел, ребят, туда запрыгивать. Это все у нас было, ну как бы, запланировано. Такс. Я наблюдаю. Финиш. Ну что, друзья, первым мы приехали. Так, открываем. О, Жюль Верн, ребята, еще одна новая мордочка нам выпала. Спасибо за инфу. Да, не ошибил. Так, ребят, что-то фартит нам сегодня. Две гримасы мы получили. Две. Это меня радует. Я обожаю, когда мы что-то получаем. Там, либо костюм. Вот единственное, что не выпадает у нас новые предметы, которые он в руках носит. А их там должно быть очень много. Они, видимо, очень редкие. Ты смотри, смотри, меня этот делает. А что ты так скорость-то потерял? Эй! Пш! Он взял, ребята, и скорость потерял. По непонятным мне причинам. Да. Теряет скорость тачка. Но если колеса, мне кажется, прокачать еще круче. Наверное, мы будем здесь... Еще лучше ездить, наверное. Ну вот это вот, конечно, блин, пипец. Вот сколько раз, ребят, на одну и ту же яму кликаю, блин. Постоянно. Хочется что-то такое, знаешь, вот приземляешься и... Не чтоб как мешок с картошкой еле ехал. Чтоб нормально был подрыв. Видишь, он сразу же теряет скорость, особенно на уклоне. Я с этим ничего не мог сделать. Это прям вот бич этой машины. Просто бич. Или как, или крылья. Я не знаю, что такое вот хочется. Ну тут первое место заняли. Толку-то от этого. А, первым все-таки. Оу. Слушай, задание завершил. А, повороты же мы должны были сделать. Точно, ребята? Я сделал эти повороты. Защитная арматура, колесный ускоритель. Кто-то спрашивал, Рэй, как вернуть рекламу в играх? Ребят, через VPN. Через VPN. Я сейчас, кстати, проверю. Вот у меня... А, я же отключил. Не получится у меня проверить. Я же отключил. У меня, когда VPN включен, почему-то не работает ни чат, ничего. Как отключаю, все нормально. И бывает наоборот. Не знаю, ладно. Так, кубок претендентов... А давай попробуем на байке проехать. О, на мосту так... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну а что ж поделаешь.
Тихо, не разбейся. Почему? Нормально так. Нормально прочесал. Ну все равно, ну здесь понятно, ребят. Здесь, как сказать, трасса более-менее ровная. А вот это вот плохо. А мы же, а мы байк с собой не прокачали же, да? Полностью, или прокачали? Я вот что-то не помню. По-моему, не прокачали еще. Или прокачали, блин. По-моему, нам немножечко там оставалось. Чайная ложечка. Но, тем не менее, первое место. Слушай, нормально так. Что-то раньше мне казалось, он какой-то... Ой-ой-ой. Раньше мне казался слишком прыгучий. Сейчас вроде бы нормально. Стабилизировался. Да, конечно, я еще не совсем уверен, что если мы, например, с тобой упремся башкой потолок выживем, вряд ли. Но, как видишь, отлично получилось все. Так, кто-то проснулся опять, да? Зимние шины. Сколько сегодня кубков берешь? 16к, по-моему, 16к. Да, 16к. Не, хотелось бы, конечно, 20-ку взять. Ну, наверное, вечером. Так, что там, туннели, да? Туннели, по-моему, там было. Может быть, вечером еще запиликаю серию. В принципе, чувствую себя вроде более-менее сегодня. Может быть, это потому, что я еще сейчас сижу с чашечкой кофе. Ну да. Да я слышу, что он там шуршит, наяривает. Так, здесь берем скорость. Ага, а мы обогнали, ребят. Мы их всех обогнали. Вообще шикарно сейчас получилось. Как бы и проехали там идеально. А тот, который на форсаже там ехал, ему, кстати, очень было тяжело подняться там наверх. Почему? Упс, ну, хотя бы потому. Оу, а там кто-то, смотри. Там кто-то вообще без проблем все это сделал. Просто перелетел. Тихо-тихо-тихо-тихо, блин, не хотел я сюда. Рэй, ты что делаешь-то? Пипец. Вот я в первый раз так застреваю, ребят. Вот серьезно тебе говорю. Я в первый раз так вообще вот так вот чуданул, как сейчас было. Ну, и то даже не последний приехал. Фух. Это же надо так зависнуть-то там было, а? Ни разу такого не помню. Чтобы отъехать и вот так вот застрять, блин. Бумс. Ну, конечно же. Ёк-мака. Ну и чё? Тут без комментариев, друзья. Просто без комментариев. Это что вообще было? Это что был за заезд? Этот валун разве не должен был просто сломаться, блин? За какого хрена он там остался-то? Не пойму никак. Смотри. Просто взял, пролетел. На халяву. Просто на халяву пролетел, ребят. Опять он там летает. Ну да, вон он. Вот мне хотелось бы посмотреть, как он тут вот будет летать. Там он, наверное, проедет, а вот здесь уже начнет, да? Че ты не пшикаешь-то свою эту дурочку-то? Че, испугался? Пшикалку свою подрубать. Да, вон там летит. Дрынчит. Так, а это у нас вершина смерти, да? Слушай, ты достал меня уже, а? Своим этим... Нафиг ты, Рэй, спускаешь скорость-то твою налево? Не спускаешь этот... понижаешь скорость-то. Чуть не сдулись опять. Так, давай открывать. О, новая краска. Кто-то мне сказал вот эту выскочку прокачивать. Я понимаю, конечно, что нужно, но
в чем ее преимущество в этой выскочке, я, ребят, не знаю. Я не уверен, что выскочка топовая тачка. Просто я в этом не уверен. Я просто смотрел, как на ней ездит, и сам неоднократно с ними соревновался. Не могу сказать, что она прям хороша. Даже тот же самый лихач, мне кажется, намного будет круче. Но опять же, ребята, сколько мнений, сколько машин, столько и мнений, как говорится, да? Кто-то, например, привык всю жизнь, например, гонять на багги. Он прокачивает багги, она, естественно, у него топовая. Например, я привык ездить вот на раллийном авто. До раллийного авто я гонял, по-моему, на спорткаре, сколько я себя помню. И в тот момент, когда я гонял на спорткаре, мне казалось, что лучше тачки и быть не может. Ну, видишь, я тебе говорю. Вот сейчас было, конечно, не очень красиво и хорошо сделано. Ха-ха, ты видал? Ты видал, как все крутанулось в мою пользу? Я сам не ждал, но вот так вот получилось. Так, это у нас третья только лишь трасса, тут их четыре, да, получается? Идеальный. Вот я обожаю, когда идеальный старт происходит. Так, ну здесь надо подскинуть скорость, понятное дело. Ну, здесь, по ходу дела, я не возьму первое место. Чуть-чуть не хватило, но по итогу я все равно первый. 16 тысяч кубков уже в кармане почти, ребят. Так, магнит и ускоритель. Первый снег. Ну, такая трасса тоже, ребята, специфическая. Первые места здесь практически не получается взять. Хотя, казалось бы, машина вроде предназначена прямо для вот этой трассы. Но, видишь, тут... Нифига, он на этом, что ли, шпарит? Ну да. Дошпарился, придурок. Его просто выкинуло из машины. Крутануло, его выкинуло там к чертовой бабушке. Но все шансы у него на победу были. Чего уж там душой кривить. Тут еще и байк. Там байк еще сзади едет. Поднапрягать меня решил. Хм. Даже как-то неплохо мы проехались. Перекресток. А вот тут что-то как-то хандра стала брать. Байк не вписался, да, получается? А нет, смотри-ка. Живёхоник. Фига я тут шпарю, блин. Сам в шоке от того, что я тут у меня вышло. Угу, давай открывать. Управление в воздухе, ускоритель, фляг. Блин, Гранд Каньон этот. Я вот все никак не могу, ребят, понять, какая вот для Гранд Каньона подошла бы идеально тачка. Такое ощущение, что вот багги, кажется, вот, потому что тут, ну, как бы очень много прыжков всяких, да, таких поганеньких, так скажем. И лихач тут, в принципе. Ну, лихач, наверное, берет только за счет прыжков. Если бы он, например, поехал бы понизу, в закрытом, так скажем, помещении. Ну да, он за счет прыжков только. Вот понизу бы. То ничего бы у него, мне кажется, не получилось бы. Ну, он просто бы сдулся бы. А раллийка, ну, она, по-моему, везде идеальна. И на открытых, и на закрытых. Тут вот были бы крылья, мы могли бы хорошо пролететь. Крыльев у нас нету. Никуда ты не летишь. Вот и все. Ладно, одно первое место у нас есть. Давай попробуем занять еще одно первое место. И тогда у нас будет по идеалу, по финалу первое место. Вот там они начинают размазываться, ты видел, да? Первым, кто размазался, это был лихач. Он перевернулся сразу же. Я тебе говорю, тут коварные прыжки. Вот багги, наверное, было бы идеальное. А
Хотя, может быть, я и не прав. Ёк-хорош! Ты что делаешь-то? Ты видел, как она бустанула-то? Ни с того, ни с сего. Причем в ненужный момент. Все. Первое место у нас. Ага. И еще одну, ребята, гонку нам остается прокатиться. Что там пишут? Всем привет, Рома. Прива. Так, ну что, приступайте к развлечениям. Ну, поехали. Вот здесь, кстати, вот именно вот на этих, на развлекухах буст, ну, вот вообще не в тему, ребят. Он всегда бустится в неудачных моментах. Ну, в данный момент вообще идеально проехали. И сразу же, нифига там лихачей. Вот они меня сейчас тут-то, наверное. Вот тут они меня сейчас, ребята, эти лихачи-то и... Кто там, Зубр, кто еще? Там не Зубр, там Зур какой-то. Сейчас кто-то из них попадет на это и сделает рывок, да? Хм, нет. Никто никуда не прыгнул, никто никаких рывков не делал. Ну, я тебе сразу скажу, что первое место нам уже обеспечено. Потому что два первых места. Здесь пришлось так сделать. Так, снижаем скорость. Там надо было снижать скорость, иначе мы просто врезались бы в этот. В стену, оно нам надо? Нет, конечно. Вот, вот, в принципе, и все, ребят. Ну что, я взял 16 тысяч кубков. Я бы не сказал, что я здесь очень сильно заморачивался. Довольно так хорошо проехал. Так, что у нас там по приключениям? Застойное болото. Ну, поехали. Но по застойке, я не помню, по застойке я, по-моему, не ездил, да? А, не, ездил, вон там байк. Причем ездил буквально недавно, получается, я. Если даже не в прошлой серии. Тоже по застойному болоту. И тоже на этом же байке. Тихо! Че тебя так расколбашивать-то? Ну давай ты едь, ты нормально. Ну куда ты, блин? А мне кажется, что у нас тут еще и ничего не поставлено на кроссбайке. Ну, то есть никакого ни ускорения, ничего нету. Он голый у нас. Потому что он едет вообще, ну, ни о чем. Ну да, скорее всего, вообще на голике едем. Тут-то мы сможем подняться хоть в горку-то в эту. Поднялись. В тот раз в прошлом мы не доехали до двух сундуков. То ли горючка кончилась, то ли что у нас, я не помню. Но два сундука я не получил. Попробуем сейчас. Нифига. Ну-ка. Да я не могу из этой ямы выехать, ребят. Ауч, все. Жетоны приключений. Так, подожди, жетон. А что жетоны делают? Открывают новые трассы? А-а-а, вот они. Вот они, да? А у меня сколько? Сколько вообще жетонов у меня? А, два? Два всего? Ох, ты смотри, а тут много этих. Тут даже эти есть. Ага, вот оно что. 800 долина в пустыне. Ну, нормально, нормально, ребят.
Так, ну что, ребята, давайте тогда на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.